Бро, а ты знаешь, что такое коины? Нет? А сейчас мы расскажем, возможно ли купить в магазине на ВК коины что-либо. Подписывайтесь на канал, в конце розыгрыш. Ставьте лайки. Приятного просмотра. Здравствуйте, девушка, извините, можно узнать? Тут написано рубли и тенге, правильно? А коинов нет? ВК-коинов. Вы знаете, что такое ВК-коины? Можно я ВК-коинами как-то оплачу? Я вас добавлю ВКонтакте и скину вам ВК-коины. Сейчас курс примерно 1000 коинов, 1 рубль. Я не смогу это сделать. А почему? Блин, извините, пожалуйста. Ну ладно, тогда все. Вам доброго, до свидания. Здрасте. У меня такой вопрос немного нестандартный. А вы сюда устраивались на работу по собеседованию, да? Вы там еще типа там конкурсы там, да, всякие были? А, 6 лет, уже 6 лет. Не, я просто тоже приходил устроиться, меня не взяли. Обидно просто. Ну, я теперь коины майню. Вы знаете о таких штуках? Коины майню. Не знаете о таких? Вы какой? Нет? Что это, не поняла? Ну, коины такая криптовалюта. Не, просто я вот тоже вам советую. Поиск. Ну да, да. Типа больше денег получите, чем здесь. Не, просто вот реально меня вот так не взяли. Я так чисто дома сижу, так, типа, кнопки нажимаю. Вообще круто очень. Ну, так чисто похвастаться зашел. До свидания. У меня сейчас накопилось 881 тысяча коинов. Мне хватит, вот, чтобы купить вот эти кроссовки? Или нет? Я не знаю. Но это новая криптовалюта. А вас не принимают? Нет, вроде нет. Серьезно? На кассе уточните точно. На кассе? Ну ладно. А вы не майните коины? Ладно, спасибо, всего доброго. Здрасте. А вы что, продались, да? Ну, КБ. А сколько вам заплатили? Сколько вам заплатили? Ну, я от Братишкина просто, не знаете такого? В смысле, нет? Не-не, я точно туда попал. Ну, там 89, нет? Там самый конченый стример, не знаете? Странные какие-то, ладно. Извините, девушка, можно узнать, а вот здесь цена написана, это в ВК-коинах или... Вот. А, это цена? Это в рублях, да? А ВК-коины вы не принимаете? Нет. А почему? Так сейчас вроде все магазины принимают ВК-коины. Сейчас курс 1000 коинов, 1 рубль. Не принимаете? А можно я вам просто... Рубля. Только на рублях? Ладно, спасибо вам большое, всего доброго. Добрый вечер. Здравствуйте, извините, можно ли помочь мне? Я хотел бы узнать, вот эта футболка мне понравилась очень сильно. Сколько у нее цена? Это в коинах? Я правильно понимаю? Это не эта цена? А это не в коинах? А сейчас ВК-коины принимают везде магазины. Криптовалюту нет? Странно, я вот буквально заходил в Пулумбир, купил себе недавно. В смысле? Нет? Странно. А вы сами не фармите? А вы... Так сейчас это все занимаются, все люди. Ну ладно. Можешь вам скинуть коины на всякий случай. ВКонтакте. Я вас добавлю ВКонтакте и скину. А где сидите? В Одноклассниках? Нет. А где сидите? А вы не учитесь случайно? Просто сейчас вроде выходит новая специальность по фармингу ВК-коинов. Не заинтересованы? Нормально жить. Так это сейчас очень популярно. Нет, знаете, какой курс валют сейчас? ВК-коины, получается, стоят 1000 ВК-коинов 1 рубль. Сейчас у меня 800 тысяч коинов. Ну, сами понимаете, уровень. Ладно, всего доброго, до свидания.
Вот мне вот эти очень нравятся. Красным. Красным? Да. Можете показать? Давайте, наверное, вот эти мне очень нравятся. Они прям красивые такие. Это? Да. А сколько они стоят? 400. Извините, а вы ВК-коинами не принимаете? ВК-коинами не принимаете? Это, ну, новая криптовалюта, вы не слышали? Нет. Просто сейчас курс 1 000 – 1 рубль. У меня сейчас 800 тысяч. А давайте я вас добавлю ВКонтакте и скину. А вы потом их продадите, и у вас будет очень много денег. Ну давайте я хотя бы вас просто добавлю ВКонтакте, и мы познакомимся с вами. А я свою девушку брошу. Она у меня жирная. Добрый вечер, извините, как у вас дела? Ну давайте я хотя бы вас просто добавлю ВКонтакте, и мы познакомимся с вами. А я свою девушку брошу. Она у меня жирная. Это криптовалюта в Казахстане. Я просто из Казахстана приехал. Мне мама с папой говорят, что здесь все принимают, а оказывается нет. Просто сейчас, получается, эта валюта стоит 1000 ВК-коинов, 1 рубль. У меня сейчас накопилось, вот смотрите, 800 тысяч, и вообще ни один магазин не принимает. Как это возможно? Мне родители тенге вот не дали, а дали только ВК-коины. Что? Так она вот недавно вышла, сейчас очень популярная. Например, я в Ауре еще был. Нет, это я, смотрите, я, получается, приехал позавчера, сходил вчера в Ауру, и там все, я мог оплатить любую покупку ВК-коинами, а здесь вообще никак. И вот что... Вот. Угу. Ой, и вот что мне делать сейчас? Вот что я маме скажу? Я хотел ей купить подарок, но не могу, ВК-коины не принимают. А вы здесь не главные? А как с директором можешь пообщаться? Нас просто снимают торговую площадь. Угу. Магазин. Торговая площадь? У них свои правила магазина. Угу. И не то, что делают, что хотят. У них есть правила. Ну все, я вас прекрасно понимаю. Тоже у вас свои обязанности. Ладно, спасибо вам большое. Всего доброго, приятного вечера. До свидания. Ну что, дорогие друзья, как мы и обещали, сейчас мы разыграем не одну, не две, а целых три машины. Что нужно для этого сделать? Подписаться, поставить лайк, приехать в город Новосибирск, стация Аура, подойти к той женщине, она все объяснит. Она все объяснит, мы здесь ничего не решаем. А, не, мы решаем, это наша тачка. Мы решаем, Лисейн Дасан. Привет. Привет. Все, пока. Всем удачи.